Ребята, ребят, а ну хотите сюда быстрее. Посмотрите, кто у нас красивый такой нарядный, а? Варь, пошли быстрее посмотрим, кто здесь у нас. Посмотрите, это наша кукла Катенька. Посмотрите, какая она нарядная сегодня. У нее красивое платье. Видите, какое? Бант на голове. Сегодня у Кати праздник. У нее сегодня день рождения. Но она что-то загрустила у нас. Лиза, давайте у Кати спросим, почему она загрустила? А она говорит, что она пригласила своих кукол-подружек попить чай, а не знает, как правильно накрыть на стол. А что же нам делать-то, а, ребята? Как быть? Что делать? Помочь? Помочь кукле Кате? Правильно. А как же мы поможем ей, а? Как мы будем помогать Кате? Накроем на стол, правильно? Молодцы. Ну что, Катенька, садись за стол. Мы тебе приготовили стул. Садись за стол и внимательно смотри, как ребята будут накрывать на стол. Так, ребятки, давайте мы тоже с вами присядем на стульчике. Ребята, а прежде чем ставить посуду на стол, что нам нужно сделать? Накрыть стол скатертью. Верно все. Молодцы. Мариан, пойди возьми скатерть и накрой стол скатертью. Давай я тебе помогу. Так. Мы накрываем стол. Вот, подожди, вот так переверну. Ага. Мы накрываем стол красивой праздничной скатертью. Так, скатерть у нас лежит на столе. Ребятки, а теперь, чтобы попить чай, какая нам посуда нужна? Блюдца. Хорошо. А как называется посуда для чаепития? Чайная посуда, правильно. Хорошо, мы сказали, что блюдца, да, нужно поставить в первую очередь. Так, Аня, пойди, пожалуйста, возьми блюдца, расставляй. Ваня, помоги Ане расставить блюдца на столе. Мать, бери вот все. Угу. Гостей будет много, да? Красиво расставляем. Давайте я вам немножко помогу. Да, вот так вот. По две сюда, Анечка, и сюда еще одно. Да? Смотрите, равномерно расставляем, да? Вань, сюда еще одно вложи. Ставь. Так. Хорошо. Блюдца у нас стоят. Ребята, а что еще нужно? Какая чашки. Чашки. Из чашек мы что делали? Для чего нужны чашки? Пьем чай. Мы пьем чай из них, да? Хорошо. Джамиля и Настенька, поставьте чашки на блюдце. Ребята, а вы когда-нибудь накрывали на стол? Да. Накрывали? А когда мы так красиво стол накрываем скатертью, ставим красивую посуду? А? Когда мы делаем так? Когда мы так стол накрываем? Когда день рождения или гости приходят. Когда день рождения или гости. А еще когда можно так красиво стол накрыть? Когда? Правильно скажет. Неправильно? Когда какой-нибудь праздник у нас, да, тоже можно так красиво накрыть на стол. А давайте, девочки, по цветам. Чтобы блюдца были одинакового цвета с чашками. Настенька, поправишь здесь? Посмотрите. Так, ну-ка. А ну-ка посмотри, где блюдца, не тарелка, блюдца. Посмотри внимательно. Так. Молодцы, присаживайтесь. А скажите мне, пожалуйста, блюдца и чашка какого цвета у нас? Желтый. А желтый цвет, верно. А вот это блюдца с чашкой? Зеленый. Молодцы какие. Катенька, смотри-ка, а это? Ребята знают цвет. А ну-ка вот этот я еще возьму блюдце. Синий. Синий. Хорошо. Так, Катя, запоминаешь? Ребят, хорошо, блюдце, чашки у нас есть. Что еще нам нужно из посуды? Ложки. Ложки. Ложки? Правильно, Мирон, возьми. А как правильно ложки называются, ребят? Чайные. Чайные ложки, да? Молодец, Мирон, иди раскладывай ложки. Маша, помогай Мирону. Бери, бери, Мирон, доставай. Угу.
с Машей вместе. Раскладывайте ложки. Так, разложили? Молодцы. Ребята, что-то у нас еще не хватает на столе. Чего еще не хватает? Накрыть стол! Чего? Накрыть стол! Ну, мы накрыли стол с катертью. Посмотрите, какую, что нам еще не хватает для чаепития? Сахар. Правильно, чтобы чай был сладким, нужно поставить сахар, да? А где у нас сахар находится? Сахарница. Ваня, сходи, поставь сахарницу на стол. Ставишь сахарницу. Ребята, а еще что нам нужно для чаепития? Правильно, Аня. Еще нужны салфетки. А для чего нужны салфетки? Чтобы вытираться. Чтобы вытираться, да, когда запачкаем лицо. За салфетками. Так, на стол. Так, стаканчика посередине, да? Стакан посередине ставь салфетки. Посередине, чтобы всем можно было достать. Так, хорошо. Ребят, ну посмотрите, накрыт у нас стол. Да. Бокалы все посуды, да? А какое же Катя угощение для приготовила для своих подружек? Салфетки и бублики. Хорошо, Мирон, пойди угощение ставь на стол. Лиза, помогай Мирону угощение на стол ставить. Помогай. Угу. Угощение ставь посередине, да, чтобы все гости могли достать. Молодцы. Хорошо, да? Так, все, у нас стол готово, да, у нас? Ребят, а вот это что у нас такое, скажите? Чай, неправильно. Давайте пока я поставлю чайник, он нагреется, а мы с вами, Катеньки, споем каравай, да? Берите подружек, Катеньки. Так, возьмите, пойдем споем Кате наши каравай. Беремся за руки. Берите куколок за руки свои. Вот, становитесь дружно. Ванечка, пойдем с нами в круг. Поем дружно каравай. Когда Кате именины испекли мы каравай, вот такой вышины, вот такой. Ну, а деток наших больше всех. Ну что, чайник наш уже нагрелся. Пойдемте садить кукол за стол, пить чай. Берите стулья, ребята, и садитесь вместе с куклами за стол. Рассаживайтесь поудобнее. Мирон, пойдем сюда. Да, садись рядом с вами. Ванюш, пойдем там, смотрю, вот с Джамилой есть место. Ребята, аккуратно. Вот сюда. Мирон, Настя. Свою возьми на ручку. Берите, садите кукол удобно. Так, сейчас я налью чай. Аккуратно, чай горячий. Всем разолью чай. Хорошо. Ну, можно приступать к чаепитию. Горячий, ребята. Что, может быть, мы ему помешаем ложечкой, да, чтобы он остыл немного. Да?
Ну-ка, давайте попробуем. А стручи? Да. А чтобы был сладкий, что нужно сделать? Да, добавить. А, добавить сахар. Давайте, девочки, уже добавили, я вам на эту сторону сахарницу поставлю. Добавляйте чай. Ну-ка, Катенька, пробуй. Сладкий чай? Да. Попробуйте, ребята, куколкам своим предложите попробовать. Так, можно взять угощение, да? Кушай, Катя, булочку. Запивать чаем. Джамиля, посмотри, у твоей куклы заморался немного рот. Что нужно? Возьми салфеточку, предложи ей. Предложи салфетку ей, вытереть рот. Угощение все взяли? Катя спрашивает. Да. Все взяли угощение. Ребята, а что вам сегодня понравилось? Накрывать стол. А зачем мы накрывали стол сегодня? Чтобы Кате помочь. Чтобы Кате помочь, правильно. А как мы накрывали на стол? Как мы помогали Кате? Как мы помогали? Что мы накрывали? Чем мы накрывали стол с вами? Ставили что? Чашки, блюдца. Чашки, блюдца. Молодцы. Еще что? Ложки, чайные. Чайные ложечки, правильно. Еще что у нас такая посуда была? Салфетки. Салфетки для того, чтобы вытираться. А из посуды, посмотрите внимательно, что у нас еще стоит на столе? Сахар. Сахарница, да? Сахарница стоит. Сахар, молодцы. Конфета. И угощение, да, для чаепития? Хорошо. А теперь пойдемте немного с куклами поиграем, хорошо? Пойдемте. Пусть это останется так. Пусть Катя поиграет, а мы с вами уберем со стола, да? Ребята, вам Катя говорит спасибо за помощь. Давайте Катю с подругами посадим на диван. Пусть они побеседуют, а мы с вами уберем со стола. Хорошо? Хорошо. Ложи Ванечка сюда, пожалуйста.